Здравствуйте, приветствую вас на канале Креселбург. Сегодня мы расскажем о автокресле от компании Коста. Модель называется КВН-305. Рассчитано данное автокресло от 9 до 36 кг. То есть можно использовать примерно там месяцев от 9-10 и до 145 см роста. Ну, опять же, по весу 36 кг в среднем это где-то 8-10 лет. Из преимуществ имеет достаточно длинные внутренние ремешки. То есть ремни, да, достаточно длинные, полноценную поддержку головы ребенка. Есть мягкие вкладыши, поддерживающие, да, малыша, пока он маленький. Из таких также небольших преимуществ подлокотник, он съемный. То есть для посадки-высадки, да, в зависимости от автомобиля, не всегда удобно ребенку заложить в кресло, скажем так, или усаживать его с подлокотниками. Здесь мы можем его снять. Легко ребенка усадить и зафиксировать, соответственно, обратно. Снимается он с любой стороны, как с левой, так и, соответственно, с правой. Да? В комплект входит также подстаканник. Фиксируется данная модель как на систему крепления EasyFix, да, его можно пристегивать с дополнительным. Вот, кстати, якоря здесь нет, чисто EasyFix. Так и можно фиксировать под штатный ремень, проводя ремешок под базой. Подголовник по мере роста ребенка растет. Вкладыши также убираются. То есть верхние вкладыши, они идут на резинках, не на липучках. В принципе, резинки мешаться не будут. Нижний он просто вкладывается. Съемный материал. То есть, в принципе, стандартно материал достаточно неплохого качества. То есть, несмотря на то, что кресло достаточно бюджетное, да, материал здесь очень даже неплохой. Накладки резиновые присутствуют. Ремешки также, накладки сами по себе прошиты. Внутренние ремни используются до 18 кг. После 18 кг веса ребенка мы их снимаем и стандартно начинаем фиксировать штатным ремнем, проводя через ушко. Скажем так, вариант в принципе неплохой, но от более младшего возраста, допустим, с месяцев с 8-9, я бы не рекомендовал его рассматривать. Почему? Потому что положение здесь всегда сидячее, ребенок спать не сможет. То есть мы рекомендуем использовать данную модель хотя бы там вот полутора-двух лет, когда ребенок уже будет более взрослый. Также вот здесь есть у нас сверху специальный направляющий, это под фиксацию на штатный ремень, да, чтобы вы не путали, если вы на ремень пристегиваете, в двух словах, вы его ставите, ремень вытягиваете под подлокотник, сложили вдвойне, и обычным штатным ремнем под базой продеваем раз его. Во второе отверстие продеваем два, вытягиваем, под подлокотником проводим, пристегиваем замок и верхний ремень как раз таки заводим вот в это направление. То есть вот сюда он создает дополнительную опору. Внутри у нас, ну скажем так, опять же, да, как вариант более бюджетный, пенопласта здесь нет, идет такое более мягкая пенная вставка, чтобы ребенку было хоть маленько покомфортнее. В подголовнике у нас есть специальные кнопки пресс вот в этих местах. То есть для чего они нужны? Можно их нажать и сделать его чуть поуже. То есть либо поуже, да, маленько, либо максимально широко. В принципе, функция такая достаточно удобная. То есть для ребенка по младшего возраста можно сделать его поуже, да, для более старшего сделать пошире. В принципе, очень такой даже достаточно неплохой вариант за свои деньги. Конечно, есть как и плюсы, так и минусы, да, у данной модели. Основной нюанс — это наклон, я считаю, но опять же не всем он, скажем так, нужен, да, этот наклон. И широкая, и длинные ремни, и двойная система, и даже регулировка подголовника как по высоте, так и по ширине, скажем так, уже пошире можно делать. Неплохой комплектация автокресла, полностью все сертифицировано. Находимся мы в городе Красноярск, по городу действует бесплатная доставка в течение часа. По всей России отправляем любой удобный для вас транспортной компании.